Вот видите, хорошо видно. Вот здесь в мешочках у него сейчас каша. Сейчас она оттуда по чуть-чуть будет доставать и потихоньку есть. То есть она долго не хранит, там она не целый день ходит с этой кашей. Сейчас, вот видите, она по чуть-чуть достает и ест. Жует кашу. Сейчас вот опять сейчас по чуть-чуть достанет и ест. А ложкой она только складывает вот в эти мешочки.